我轻愁，起意落山，你我若间乱了谁眉眼，兜兜转转无事出现，却难辨世间真假，时间尽头与你相守无所求，蓦然回首，时光搁浅凝春短，风雨凄寒驻足石板，谁泪流满面，长夜漫漫深深轻叹，唱不尽это весело. Темно.
О, ваше высочество, вы в порядке? Мне конец. Что теперь? Почему я здесь? Что за место? Очнулась. Сяо Инзи, за этот инцидент лишаешься жалования на 3 месяца. Вставай. Спасибо, Ваше Величество. Чоу Цинли. Без разрешения влезть в мою постель. Смертельное преступление. Конец, конец. Ну, раз уж ты ходишь во сне и ничего с этим поделать не можешь, один раз прощу. Последний. Будешь моей личной служанкой в качестве наказания. Личной служанкой? Значит, все время смогу быть с вашим величеством? Да. И стараться не пришлось. Вот это шанс. Я правда ей нравлюсь. Хорошо. Хотелось бы посмотреть, насколько это искренне. Чоу Цинли! Здесь! Чернила. Кисть. Чернила. Что за неприятная личность? Сегодня Ци-Ци сведет с тобой счеты. Жарко. Сильнее. Нежнее. Служба не из легких. Бедро? Что это значит? Помассируй. Вот шанс отомстить. Мошка! Проваливай. Чтобы найти твою связь с кровавым нефритом, я все вытерплю. Сломать бы твои огромные свиные копыта.
тиран! Мучитель! Тиран! Мучитель! Тиран! Тиран! Мучитель! Тиран! Мучитель! Тиран, мучитель. Давно наслышана о молодой госпоже Цзо. Приятно познакомиться. Чер, пришел. Иди сюда. Сегодня во дворце праздник. Я пригласила много знатных девушек, образованных и воспитанных. И все они добросердечны. Познавая Дао в поместье, иногда я испытываю тоску. Ни невестки, ни внуков. Все они согласились прийти сюда, выпить и поговорить. Раз так, не стану мешать матушке развлекаться. Присядь. Неужто составить матери компанию за обедом отнимет у тебя так много времени? Давайте, повеселимся. Приветствуем, Тайфэй! Я не была так счастлива уже давно. Хорошо, что вы счастливы. Осторожнее. Если в самом деле хочешь, чтобы я была счастлива, тогда прими наложницу. Поскорее ради пухлого малыша. Вот что осчастливит меня. Матушка, я еще молод, не тороплюсь. Посмотри на своего брата. У него так много наложниц. Но детей так и нет. Ты еще успеешь раньше него. Какое отношение к этому имеет ребенок? И можешь успокоиться. Варвары-бойцан целеустремленные. Брат занимается политикой и войной каждый день. Незачем спешить с ребенком. Но твой брат уже не тот, каким был раньше. Почему это? Не слышал? Весь дворец обсуждает, что он по-особенному относится к Чоу Цинлин. Она не просто остается спать во дворце Лунсянь. Даже Ли Цяньси не может с ней справиться. По-настоящему особенная. Чоу Цинли. Почему вы меня не разбудили? Уже поздно, меня теперь накажут. Ну, я думала, вы так хорошо спали. Чуточку опоздаете. Что такого? Что такого? Не знаете вы, Его Величество, он... Забудьте, я побегу. Ваше Высочество, Ваше Высочество. Сяо Инзы. Его Величество отдал приказ, сказал, что сегодня вам не нужно приходить. Наказание закончено? Скорее соберите вещи, Его Величество хочет, чтобы вы сопровождали его в усадьбу в горах. Усадьбу в горах? Каждое лето мы туда ездим. Это не так далеко. Я скажу вам по секрету, Его Величество еще не брал туда ни одной из своих наложниц. Правда? Я знала, Его Величество по-особенному относится. Этот деспот. Должно быть, тут есть что-то еще. Нужно быть настороже. Thank you.
Воды. Мицицы. Связь с кровавым нефритом так и не обнаружена. Ты весьма преуспела в деле служения господину. При моем происхождении мне пришлось умолять его величество взять меня с собой. Чоу Цинли, это лисица. Одним небесам известно, каким образом она оказалась в одной повозке с его величеством. Слушаюсь. Ваше величество, кое-что случилось. Что ты тут кричишь? Срочный доклад его величеству. Ну что еще? Повозка едет очень быстро. Тело Ван Фэй очень нежное. Она устала. Теперь голова кружится. Служанка набралась смелости попросить его величество посмотреть. Верхом скакать голова не кружится, а в повозке ехать закружилась. Возможно, дело в повозке. Почему бы ей не поменяться с принцем Цзы? Ван Фэй сможет вдохнуть свежего воздуха, а принц Цзы сможет отдохнуть в повозке. Смотрю, ты сильно заботишься о принце Цзы. Он... ваш брат. Наложница Чоу, не нужно смеяться. Ее величеству нелегко. Ваше величество, можете посмотреть? Какая польза звать меня? Приведи ей лекаря. Сяуньцзи. Вызови лекаря У. Слушаюсь. Эта усадьба удобная. Похоже на остров Усюнь. Наконец-то смогу отдохнуть. Чоу Цинли! Здесь! Иди собери Го. Так и знала. Иду! Ползаешь еле-еле. Я же бежала. Ты не осталась поблизости. Что делала так далеко? Вы же перед этим сами прислали Сяо Инзы передать, что мне не разрешается к вам близко приближаться. Неужели? Я... Хочешь поспорить? Не смею. Знаю, была неправа. Я буду работать быстрее, чтобы Ваше Величество были довольны. Я вытерплю. Ваше Величество, я сама. Просто мне нравится собирать камешки Го. Не возражайте, Ваше Высочество. Ну, Ваше Высочество и правда благородный муж. Чоу Цинли. Так-то ты служишь. Чай остыл. Не знала, что нужно менять чайник. Этот чай я только что заваривала. И он вовсе не холодный, а все еще горячий. Похоже, Ай Фэй понятия не имеет о чайной церемонии. Заваривать чай лучше всего в кипящей воде. То, что утром свежее, вечером лежалое. Чай, приготовленный Ай Фэй, из горячей воды из кухни. Она уже не так горяча, как кипящая. Эта вода как лежалый продукт. Чай в этом чайнике испорчен. Испорчен? Это так серьезно? Природа серьезна. Из-за твоего невежества в этой чашке получился отвратительный чай, который трудно глотать. И это сказывается на моем настрое играть в Го.
Я справлюсь. Ваше Величество правы. Я заварю другой чайник. Разве не обещала только что быть порасторопней? Чтобы я был доволен. Уже бегу! Какой тяжелый. Люяо, труп. Сделал это нарочно, да? Из-за чашки чая столько проблем. Еще и сказал, что я медленная. Ну вот, невежа. Сам ты невежа. Вот бы чай заварить и плеснуть ему в лицо. Тогда я... Я... Вот дам тебе черпаком по голове. Соль? Ваше Величество, должно быть, волнуется. Выпейте. Поставь. Он быстро остынет, будет уже не таким вкусным. Айфэй сегодня много трудилась. Эта чашка чаю для Айфэй. Что такое? Айфэй презирает мою награду? Я не смею. Спасибо, Ваше Величество. Немного горячо. И как мне пить этот соленый чай? Ну вот, остыл. Сколько соли! Ваше Высочество, по правде говоря, вода уже не свежая. Я не рассчитала время. Почему бы мне не принести вам новый чай? Я не такой требовательный. Подойдет и этот. Ох, беда. Освежает. Ваше Высочество, вы... Что такое? Ничего, ничего. Ваше Высочество, продолжайте. У принца Цзы проблемы со вкусом. Даже не заметил, что чай соленый. Если не поторопишься, будешь наказана. Похоже, младший брат сильно беспокоится об Айфэй. Брат, наверное, шутит. Сегодня жарко, наложница Чоу не очень крепкая. Боюсь, она устала бегать. Тебе бы лучше сосредоточиться на доске с игрой. Победа или поражение, младшему брату все равно будет стыдно. Люяо, покойник. Вонючка Люяо. Дай мне только шанс. Я... Наложница Чоу!
Его Величество хочет, чтобы я поторопилась? Я уже бегу. Нет, нет, нет. Его Величество вернулся к себе. Я пришел передать, что чай больше не нужен. Правда? И, кстати, вам не нужно служить сегодня днем. У тебя есть еще совесть. Ваше Величество, у меня большая ванна. Давайте помоемся вместе. Я привык делать это один. Но это же скучно. Я составлю вам компанию. Кто там? Ваше Величество, я просто принесла закуски. Ничего не слышала. Я хочу принять ванну. Приготовь воду. Воду? Забыла, ты моя личная служанка. Что-то не так с водой? Нет, все хорошо. Я пойду. И чтобы никто не помогал. Понятно. Ваше Величество, вы разрешили ей служить вам? Убирайся. Слушаюсь. Воды ни капли. И где тут колодец? Что, если не смогу его найти? Приветствую, Ваше Высочество. Не нужно. Вы что-то ищете? Колодец. Я знаю. Позвольте показать дорогу. Это же не помощь показать дорогу. Хорошо. Колодец далековато. Ну, спасибо. Наконец-то нашла. А ты можешь идти. Спасибо. Ваше Величество! Лекаря сюда! Слушаюсь! Не обижай меня. Не обижай меня. Не обижай меня. Не обижай меня. Не бойся. Я здесь. Прости, плохо быть одной. Здесь тепло.
Ваше Величество! Ваше Величество! Похоже, все в порядке. Все, ты виноват. Заставил меня воду таскать. Чуть не утонула. Хватает смелости в лицо смотреть. Принцы! Он снова спас меня. О чем думаешь? Думаю. Думаю, что, наверное, простужена и как бы не заразить Ваше Величество. Боюсь, я не могу служить вам. Жар уже спал. Но сил-то нет. Вы не знаете. Я слаба и болезненна с детства. Правда? Обычно. Стоит только ветру подуть, я уже... Вот как? Очень жаль. Хотел взять тебя... прогуляться по рынку. Но раз Айфэй плохо себя чувствует, забудем об этом. По рынку? Это весело? Весело? Ваше Высочество, это так весело. Тогда я тоже иду. Здоровье Айфэй важнее. Здоровье? Я в прекрасной форме. Смотрите. Ладно, идешь со мной. Спасибо, Ваше Величество. Доброго пути, Ваше Величество. Вы слышали? Мы пойдем на рынок. Здорово. Я уже так давно в дворце. Наконец-то смогу выйти. Его Величество отдал приказ. Чтобы не привлекать внимание, придется взять не так много людей. Они возьмут только Ее Высочество. А все остальные останутся присматривать за домом. Слушаюсь. Зря радовалась. Придется за домом присматривать. Почему смеешься? Возьмут только Ваше Высочество. Провести время с ней. Его Величество, должно быть, любит Ваше Высочество. Не неси чушь. И вовсе не чушь. Вчера он не дождался вашего возвращения. Вы чуть не погибли. Слышала, он прыгнул в колодец, чтобы спасти вас. Напугал охрану до смерти. Меня спас он? Да. Видя, как вы беспокоитесь во сне, Его Величество оставался с вами всю ночь. Меня спас он. Меня спас он. Ну почему он? Фрукты в карамели. Как торговля? Неплохо. Боярышник в сахаре. Барышня, только посмотрите. Фрукты в карамели.
Сладкие, сладкие леденцы! Боярышник в сахаре! Барышня, посмотрите! Что за красота? Я никогда не видела ничего подобного. Молодой господин, пожалуйста, купите мне палочку. Тебе сколько лет? Все еще ешь детские лакомства? Ну, одну палочку. Боярышник в сахаре! Боярышник в сахаре!失去。